Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджана Самаюктам Бинда Ванам Манохарам Ванча калпатаруваща кипасинду бхавача патитананг павани бхавишна вибхьо наму намаха мукам кароти вачалам пангум ланхайта гирим ят кипатамаханг банди парамананда мадава биндхавай тулсидеввай пиявай кешавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеше Гаурия Патрашу Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Йогто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхиям Сада Парибхавагна Мавиштадухам Титас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Арвиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита кимапика павадушва дарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадхикамай кадам кипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта гададхара сивасадихи Гаура бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта гададхара сивасадихи Гаура бхактабинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канака бодато Санкиртанай кавитару камала ятакшау Вишамбару дижавару джугадхар бапалау Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивва Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бивуши хитовам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Барауна сибурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшми риджасва ча вакшаши Джасьясте де самбит Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе
নিবৃত্ত তরশৈরূপগীয়মানাৎ ভবৌষধাচ্ছত্রমনোভিরামাৎ ক উত্তম শ্লোক গুণানুবাদাৎ বিরম্মেত বিনা পশুগ্নাত্। যত্রোত্তম শ্লোক গুণানুবাদাহ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথা বিঘাতাহ নিশব্যমানম মনোদীনম মুমুক্ষুরমতিম সতিম যচ্ছতি বাচুদেব। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জগৎগুরু টোল্ড গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ сказал, что в тот момент, когда мы отклонимся от лотосных стоп Анантадева, то тогда мы потеряемся в этом бесконечном материальном мире. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхактисиддханта, Сарасвати Госвами Такур, Прабхупад Джагадгуру сказал, что в тот момент, когда мы отделимся от лотосных стоп Баладева Нитянанды, то мы потеряемся в этом бесконечном материальном мире. Мы потеряемся в этом бесконечном мире. Кто может спасти нас? Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. Он прославляет Нитянанду Баладева очень особым образом. Кришнадас Кавирадж Госвами, он выражает свое величайшее смирение. Вначале всего говорит Джагай Мадхай. И вот здесь Кришнадас Кавирадж, он говорит, он выражает такую высочайшую славу Нитянанда Баларама. И вот он говорит о себе, как он говорит о себе с величайшим смирением. И вот он говорит, никто не хочет позаботиться обо мне, все игнорируют меня, я такая падшая душа. И в этом случае Нитянанда Баларам позаботиться о таком человеке. Чтобы пересечь этот материальный мир, нам не нужно много думать, нужно просто предаться Нитянанде Баларам, он поможет нам. И вся ответственность за наше духовное продвижение, она на Нитянанде и Баладеве. Они несут ответственность за наше спасение, поэтому нам не нужно ничего бояться. И также Нарутам Такур, Вриндаван Дас Такур Махашой, что говорить еще, это очень обширная тема. Я не могу закончить ее, это бесконечные слова Нитянанда Баларама. Нарутам Такур говорит, если вы сможете обрести милость Нитянанды Баларама, то тогда, несомненно, вы сможете войти в Нитя-лилу, обрести вечное служение,
Вриндаван Даме служение Радха Говинде. Нитай Чарна Сати, лотосные стопы Нитянанды — это абсолютная истина. Если кто-то спросит вас, что такое абсолютная истина, то тогда мы можем провозгласить с полной уверенностью, что лотосные стопы Нитянанды — это абсолютная истина. И те, кто находится вместе с ним, наша Гуру Варга, пребывающая под его стопами, они служат ему. Мы всегда должны думать о лотосных стопах Нитянанды. Иначе мы потеряемся. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад говорит: Нитянанда Баларам, они пришли в этот материальный мир в различных формах садгуру. И этот Нитянанда Баларам, они пришли в этот материальный мир в форме садгуру, чтобы спасти всех падших душ. И единственная обязанность Нитянанды — это помогать обусловленным душам избавляться от обусловленности и совершать служение. Кришнадас Кавираж Госвами говорит: Нитянанда Прабаларам, они пришли к Кришнадасу и говорят: «О, Кришнадас, вставай, просыпайся, иди во Вриндаван». Они дали ему такое указание, чтобы он отправился во Вриндаван. Там он может обрести все. Ты можешь отправиться во Вриндаван и получить, обрести там все. И вот Кришнадас Кавираж Госвами говорит во сне: я увидел Нитянанда Баларам, они пришли ко мне и поместили свои лотосные стопы ко мне на голову. Я почувствовал некое блаженство. Как в одном из киртанов говорится: «Коти Чандра Сушитала». Прохлада, исходящая с лотосных стоп Нитянанды, она подобна, точнее, ее нельзя сравнить даже с прохладой, которая источает 10 миллионов лун. Настолько непрекрасная. Нитянанда, он поместил свои лотосные стопы ко мне на голову. Кришнадас Кавираж Госвами говорит об этом. И великая И вот здесь говорится в двойственном числе, поскольку Нитянанда и Гауранга, эти две личности. И та шлока, с которой я начал, вы можете вспомнить. Бабу Чадак Чатра Мано Хирама, Ко Уттама Срогу Гунан Вада,
Кто может избежать слушания этой нектарной харикатхи, кроме всяких охотников, которые убивают животных бессердечных? И сердца таких людей, они каменные. И вот мы прославляем Нитянанду, его рассказываем о его бесконечной славе. И хотя у меня нету способности, я не могу проявить такое качество, я не достоин прославлять Гурудева Нитянанду Баларама. У меня нет качеств. И в то же самое время я не могу заявить, что могу прославить Нитянанду и Баларама. Только и только, если Нитянанда и Баларам благословят нас, если они помогут нам, и вы поможете, дадите мне возможность прославить его бесконечную славу. Если мне будет возможность немного рассказать о нем, то я думаю, что это его милость. Тарша значит жажда. Если вы хотите пить, то вы чувствуете жажду, то вы ищете воду, чтобы напиться. И также, если вы чувствуете жажду, и если вы хотите пересечь этот материальный мир, то тогда, несомненно, вы должны принять прибежище у Нитянанды Баларама и в его харикатхе. Харикатха — это олицетворение. Анантадев может говорить харикатху. Я не могу говорить харикатху. Харикатху может говорить Анантадев. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: как я могу прославить Нитянанду Гурангу? Как я могу прославить Вриндавандас Такура, птица? И Кришнадас Кавирадж Госвами дает такой пример. Птица может летать в небесах согласно своей способности. Если птица могущественна, как стервятник какой-нибудь, они могут летать очень высоко. Что маленькие птицы не могут на такую высоту подняться, только какие-нибудь стервятники очень высоко поднимаются. И Кришнадас Кавирадж Госвами со смирением, плача, говорит: поскольку Тринадапи — это путь, это врата к Харибаджану. То есть в Харибаджан можно войти с помощью смирения, иначе нет. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: птица может летать в небесах согласно своей способности. Это не значит, что небеса ограничены. Небо, пространство, космос, они бесконечны. Пытайтесь понять этот пример. Небеса, они бесконечны. Но птицы, они летают в соответствии со своими способностями только. И также я пытаюсь прославить лотосные стопы Нитянанды Баларама согласно степени той милости, которую я обрел от Гурварги. Я не могу превзойти ее, поскольку я очень малая душа. Я ничто по сравнению с Нитянандой, который подобен бесконечному небу, бесконечному космосу. Я хочу узнать это учение от Нитянанды Баларама. И вот Нитянанда Баларама, они
И вот в киртане говорятся такие слова. Если вы можете совершать Гора Баджан, совершать Кришна Баджан, то тогда вы буквально купите меня. Нитянанда говорит. Нитянанда, он с травинкой, зажатой в зубах, он катается по земле. Баладев Нитянанда, я уже начал с этого. И когда весь мир он игнорирует меня, то Нитянанда Баларамани приходит и говорят: приходите ко мне, я дам вам прибежище. Когда весь мир против меня, никто не хочет помочь мне, гневаются на меня. И только Баладев может даровать нам свою милость. Он помогает всем падшим душам. Как можно прославить Баларама Нитянанду, когда я если я... Даже он хотел дать милости Дурьотхане, который очень дурной человек. Баладев настолько милостив. Он хочет пролить милость даже на Дурьотхану, который очень такой дурной человек. Но все же Баладев очень милостив. И вот до тех пор пытайтесь вспомнить эту сиддханту. И не забывайте ее. Если мы не сможем призвать Нитянанду искренне, с великим чувством, если мы с огромной потребностью, с огромной нуждой будем звать, призовем его, чтобы он воссел в нашем сердце, если мы сможем призвать Нитянанду Баларама, чтобы он пришел и воссел в нашем сердце, только тогда мы сможем призвать Джаганнатха. Понимаете, о чем я говорю, иначе нет. Не пытайтесь призвать Гурангу или Кришну. Если вы не сможете призвать сначала Нитянанду, то не нужно призывать кого-то еще, поскольку Бхагаван не явится. Если мы успешны в том, чтобы призвать Нитянанду, если Нитянанда, он воссядет в нашем сердце, то тогда и только тогда мы сможем призвать Джаганнатха. Пожалуйста, приди, иначе нет, поскольку без Хари, Хари он бесконечен, и его форма бесконечна. И где же место, куда его можно поместить? Есть ли у нас место, которое может вместить бесконечного Джаганнатха? Джаганнат, он бесконечен. И так в и только на основе Анантадева мы можем призвать Джаганнатха. Анантадев, он является асаной, он тот, кто может вместить Джаганнатха. Только и только на основе Анантадева мы можем призвать Джаганнатха, чтобы Джаганнат, и он может вместить Джаганнатха или Кришну, или Чайтанья Махапрабху. Иначе нет. И вот Прабхудананда Сарасвати Пад говорит: и согласно степени вашей преданности, Гаура Падава Винда
И вот Прабхупада Сарасвати подговорит, согласно степени нашей любви в адрес лотосных стоп Гуранги Махапрабху, мы можем приблизиться к Вриндавану. Иначе мы не можем понять славу Радхарани. И здесь указание есть. Поскольку Сиддханта в том, что Бхагавад-крипа, она невозможна, что ее нельзя обрести непосредственно. Я много раз говорил, что Бхагавад-крипу нельзя обрести непосредственно. Только через Пракаштат-шакти Бхагавад-крипа может явиться внутри нашего сердца, а не прямо. И вот Гауранга Махапрабху, он свой Бхагаван. И почему Прабхунананда Сарасвати говорит так? Это значит, и вот Нитянанда Прабху, он должен быть. Сегодня день явления Нитянанды, Садшишья, подлинный ученик. И подлинный искренний ученик, он всегда чувствует. Явление Нитянанды Баладева в своем сердце. Подлинный ученик. Он всегда чувствует явление Гурудева внутри своего сердца. Он находится в непосредственной связи с Гурудевом. Гурудев — это олицетворение Нитянанды. И в тот момент, когда вы потеряете вашу связь с Нитянандой, вы почувствуете какое-то беспокойство, что нужно то, все, пятое, десятое, какие-то материальные вещи, положение в обществе, поскольку вы потеряете терпение. И будете собирать какие-то мелочные грязные вещи в форме прачишти. А когда вы имеете связь с Нитянандой Баларамой, это значит, что вы заняты в служении Джаганатху. Если вы не всегда находитесь в связи с Нитянандой Баларамой, в Дживататве я говорил, это обязанность Нитянанды Баларама служить Верховному Господу. 100% всегда, бесконечным образом. Это обязанность Нитянанды Баларама служить Верховному Господу бесконечным образом. И Нитянанда Баларам тоже хочет занять нас в вечном служении Бхагавану, Верховному Господу. Чтобы обрести садгуру, как можно обрести садгуру? Я нахожусь на Вьясасане, я прикасаюсь к Бхагаватам и говорю по милости Ананда Дева Нитянанда Баларама. Я обещаю, говорю, я был удачлив в том, чтобы обрести милость моего Гурудева в начале. Я обрел милость от Нитянанды. Нитянанда, он ведет вас, чтобы показать. Это ваш Гуру. Нитянанда покажет вам вашего Гуру. И когда вы... вам надоело, надоели все материальные наслаждения,
вы опротивила вся эта материальная жизнь, то в этом случае Нитянанда увидит, что да, это джива, эта душа, она присытилась материальным, и она готова обрести что-то высшее. И мы должны обрести милость Нитянанды, чтобы обрести нашего Гурудева. И после этого мы, Нитянанда, он хочет дать нам вечное служение в вечном мире, как в случае с Рагунатхом Дасом Госвами. Нитянанда, он говорит ясно и четко, когда Рагунатх плакал и говорил много раз, он пытался обрести лотосный стоп Нитянанды, но не мог. Мой отец поймал меня и вернул меня домой. Как я могу? Вначале всего, когда Рагунатх Дас Госвами, он хотел приблизиться к Гауранге непосредственно, тогда Гауранга Махапрабху сказал: не будьте, не показывая отреченность, как обезьяна. Пытайся обрести юкта-вайрагью, гармоничную вайрагью. Махапрабху говорит: возвращайся домой, и постепенно ты можешь обрести лотосные стопы Бхагавана. Махапрабху говорит на бенгале: вы должны изучать читание Чайтамриту и понять ее дух. Не пытайтесь, то есть не беспокойся, ты лучше возвращайся домой, постепенно шанс уйти из дома придет к тебе. И вот Гауранга Махапрабху говорит такие слова Рагунатху: не будь сумасшедшим. Не пытайтесь быть отреченным, как обезьяна, лучше постепенно развей юкта-вайрагью, и ты обретешь лотосную стопу Бхагавана. Почему? Махапрабху мог просто пролить свою милость на Рагунатха. Рагунатха, он вечный спутник, но все же он показывает такую систему, поскольку до тех пор он хотел обрести милость Нитянанды Баларама. И после этого Дотхичара Махотсави, в смысле, в этом празднике Чиры в Панихате, и Рагунат Дас Госвами, он обрел милость от Нитянанды. Нитянанда, он сказал: сейчас ты жди, и вскоре ты обретешь возможность уйти из дома. Нитянанда говорит, Нитянанда Баларам говорит: ждите, и вскоре ты обретешь возможность уйти из дома. И когда ты пойдешь по Пурушоттам Даму в Нилачал, то Махапрабху, он возьмет тебя с собой. Нитянанда Баларам предсказал, что когда ты пойдешь в Нилачал, Гауранга Махапрабху дает тебе служение, и ты обретешь гуру. Он же обрел гуру. Но все же Рагунатх Дас Госвами, он обрел Сварупа Госвами в форме своего гуру, поскольку Махапрабху дал указание: Сварупа, Сваруп, прими Рагунатха. Я даю тебе Рагунатха, тебе на хранение буквально. Позаботься о нем и научи его должным образом. Ядунанда Начарья, он гуру.
Рагунатха, ученик Адвайта Гасена, все же. Гуру-таттва — это Акханда-таттва, я уже говорил. Гуру-таттва, она никогда не может быть разделена на части. Я уже говорил, как Шимананда Прабху, он обрел милость Джива Госвами Пада, поскольку он ученик Хридая Читани. Шимананда Прабху, он ученик Хридая Читани. И Хридая Читани, он ученик Гауридас Пандита. Шимананда Прабху ученик Хридая Читани, но все же, когда он пришел во Вриндаван по желанию Гурваги Гурудева, он получил особые возможности, особую милость Джива Госвами Пада. И это не новое. Это может случиться так. И там мы видим Рагунатха Дас Госвами. И вот сейчас я хочу прикоснуться к его явлению в Северной Индии. В большинстве мест люди имеют неправильное представление. Они говорят, что сегодня не явление Баларама. Они соблюдают Баладев-шат. В другой день они соблюдают, а не сегодня. Они думают, что Баладев, он на год старше, чем Кришна. В их мнении это так, что Баладев старше, чем Кришна. И вот они говорят таким образом. Но я могу открыть Бхагаватам, я принес Бхагаватам и покажу вам прямое свидетельство, то, что после наставления Кришны я И вот там можно видеть, что те полубоги, они чувствуют беспокойство, какие-то проблемы, поскольку те демоны, они какие-то проблемы в этом мире создают. И после этого те полубоги под руководством Питамахи Брахма, они достигли Кхира Сагара. Там, где Кхирада Кашая, Анирудха Вишна спит. Брахма вместе со своими, со всеми полубогами во главе с Брахмой. И вот они возносят молитвы лотосным стопам Бхагавана, чтобы найти решение проблемы. И там мы можем видеть, что Брахма, он поклоняется Верховному Господу с помощью Пуруша Сукта мантры. Вот эта мантра. Питамаха Брахма, он поклоняется Верховному Господу с помощью этой Пуруша Сукта мантры. И тогда Верховный Господь стал очень счастлив, и Брахма, он смог услышать какой-то звук с небес.
Брахма смог услышать этот звук, голос с небес. Поскольку Сукадев Госвами говорит, Васудева Татха Прашнама Пурушан Стрина Пунатихи Бхактарам Прапачакам Сатрин Стаппада Саридам Дефа. И вот Шукадев Госвами говорит, как вода, исходящая с лотосных стоп Бхагавана, она может очистить все 14 миров. Также Шукадев Госвами говорит, то тема Харикатха, она может очистить бесчисленные миры. Даже Харикатха, если вы даже спрашиваете что-то о Харикатхе, или любые вопросы, связанные с Харикатхой, они могут очистить все эти 14 миров. Тот, кто говорит Харикатху, тот, кто вопрошает о Харикатхе, тот, кто слушает Харикатху, все они обретают благо. Шукадев Госвами говорит, и что же здесь говорится, Бумир? Когда весь мир полон проблем, полон всяких проблем, эта земля, она не может потерпеть. Смотрите. Эта земля, она может потерпеть все. Что нет, но сейчас она также достигла предела терпения. Брахма тадупадхарьято сахо девис стаясахо джагаму шатри наяна стирам хиру пайонидхе. Когда эта земля, она приняла форму коровы Гуматы и начала плакать и говорит о всей болезненной ситуации, которая создается, говорит о этой болезненной ситуации, которая пребывает в этом мире, и Брахма вместе со всеми полубогами и коровы земля в форме бритхи, земли в форме коровы, они пришли к Кхирасагару, чтобы вознести молитву лотосным стопам Бхагавана. И отправившись туда, Брахма, он начал поклоняться Бхагавану. И с полным сознанием, он с полной концентрацией начал поклоняться лотосным Бхагавану с помощью Пуруша Сукта Мантры. И когда он погрузился в такую медитацию, то в этом случае он смог услышать голос небес, и Бхагаван сказал: мы очень... я знаю, что происходит в этом мире, я...
приму какие-то шаги к исправлению, найду решение этим проблемам. День Джанмаштами я объясню эту шлоку. Я хочу показать то, что Бхагаван Шри Кришна говорит. Васудева калананта сахасра ваданаха сарат агратоха агратоха бхавита деву харе прия чикирсая. Васудева калананта Васудев Анантадев сахасра ваданаха сарат. Сахасра means сахасра значит тысячи, но здесь сахасра значит санскритское слово и бенгальское. Сахаса значит тысячи, но здесь сахаса не значит тысячи. Здесь сахаса значит бесконечное. И вот голос небес говорит. Служить Верховному Господу в начале всего. Нитянанда Анантадев, он сначала он явится в этом мире, он предваряет явление Верховного Господа. Баладев, он явился в Матхуре и потом его перенесли с помощью Йогамая в Гокулу. И вот голос небес говорит: Йогамая, она ей было дано указание родиться в Гокуле с чрева Яшоды. Вишну майя бхагавати джая саннахитам джагат адишта прахуна ансена. Try to hear. Пытайтесь слушать. Адишта прахуна ансена карьярте самбавишати. Прахуна адишта. She is already getting order. Адишта. Это Йогамая, она получила указание. И также Йогамая, я имею в виду Бхагавати, она может родиться в Гокуле, есть нечто сокровенное в этом. У меня времени нет обсуждать все. Я хочу сказать нечто особое. Вы можете вспомнить. Постепенно, один за одним, шесть сыновей Васудева. Васудева и Деваки. Они были пойманы Камса и помещены в тюрьму. И вот в Бхагаватам говорится. В начале всего шесть мальчиков родилось у них. И каждый раз Камса, он воровал их, забирал и убивал. И вот я хочу объяснить мистерию, которая там происходит. И вот шесть сыновей Деваки, они были убиты Камсой. И после этого,
Баладев Анантадев, он явился в чреве Деваки. Пытаетесь понять. И вот вопрос в том, кто эти шесть сыновей, кто они? И как возможно для... Для Камса. Убить этих шесть сыновей, кто они? И вот в шастрах Гурупадпадма пишет. И вот Гурупадпадма говорит, эти шесть мальчиков, они шесть сыновей Калнеми. Калнеми — это сын Хираньякашипу. И вот они, эти внуки Хираньякашипу, эти шесть сыновей с предыдущей жизни, они не спросив разрешения от Хираньякашипу, своего отца, они отправились совершать аскезы, чтобы обрести милость Брахма. Эти шесть сыновей Калнеми, не приняв разрешение, не взяв разрешение у своего отца, пошли совершать аскезы, чтобы удовлетворить Брахму. И вот Брахма явился, они хотели обрести бесстрашие, бессмертие, и вот Брахма как-то их благословил косвенно. И когда Хираньякашипу, их отец, точнее дед, узнал, что мои сыновья, они проигнорировали мое наставление, пошли совершать аскезы, чтобы Брахма был доволен. И тогда Хираньякашипу очень разгневался. Хираньякашипу сказал: «Вы все мои внуки, но у меня нет милости для вас, поскольку вы хотите избежать меня, и я проклинаю вас. Ваш отец, он убьет вас в следующей жизни. Калнеми, ваш отец Калнеми, он убьет вас в следующей жизни, всех вас». И вот они все пришли в Калнеми, явился в форме Камсы, а эти дети в форме сыновей Деваки. И вот это проклятие Хираньякашипу таким образом исполнилось в этой жизни. Когда? После того, как Кришна Баларам пришли с Гурукулы, из Враджа-лили, из Матхура-лили они отправились к Сандипани-муни, чтобы взять там какой-то урок. И вот Кришна Баларам ушел, и когда они пришли назад, то тогда Деваки, мать Кришны Баларамы, она сказала: «Я хочу увидеть, когда Камса был убит». Я быстро говорю, когда Камса был убит,
Кришна Баларам, он отправился к Сандипане Муне, к Гурукулу, и когда вернулся, то деваки начали плакать: «О, мои дети, я слышал, что вы...» я слышал, что ты вернул к жизни мертвого сына твоего гуру Сандипани, и также я хочу, чтобы ты вернул к жизни моих шестерых сыновей. Можешь ли ты это сделать?» И Бхагаван Шри Кришна, он пошел в Суталпури. Суталпури — это царство Бали Махараджи. Вот Кришна пошел и спросил: «Можешь ли ты позволить мне забрать шесть моих братьев, сыновей Деваки? Я хочу забрать их. И я хочу вернуться к своей матери. И моя мать хочет увидеть их». И тогда оттуда он взял этих шестерых сыновей и вернул Деваке. Эти шесть сыновей, они пили молоко Деваки. Это был прасад Кришны, поскольку Кришна уже ел это молоко, это остатки его пищи были. И вот таким образом, и вот, и приняв прасад Кришны, они обрели освобождение и вернули свое изначальное положение. И каково это изначальное положение? И вот, приняв прасад Чучиству Шри Кришны с груди Деваки, они вернули свое изначальное положение. И каково оно? И вот это изначальное положение, они были сыновьями Маричи. Маричи Риши — это сын Брама, вы знаете. Атри, Маричи, Нарада, они родились из тела Брама. Маричи, он аватара, олицетворение аватара ума. Брама — это Маричи, и вот это Маричи, эти шесть были сыновьями Маричи, жена Маричи, Урнадеви. И вот жена Маричи Риши — это Урнадеви, эти шесть этих детей. Они обнаружили, что Брама он бежит за своей дочерью Сарасвати. Когда эти шесть детей обнаружили, что Брама бежит за Сарасвати, за своей дочерью, то тогда они рассмеялись. И это было оскорбительно в адрес Брамы, поскольку Брама — он могущественная личность. И тогда они вернулись, родились в форме сыновей Калнеми. И вот Баладев, он седьмой. Седьмой сын Деваки. И вот Бхагаван, он дал наставление Йогамайе: «О, Йогамайе, моя мать Деваки, она заботится о уже
6 месяцев практически закончились, и вот возьми этот плод и перенеси. В чреве Рахини. Рахини также, она жена Васудева. Она находится в Гакуле вместе с Яшодой долгое время. Они знают все. И вот по указанию Кришны Бхагавана Йогамая, она взяла в общем, перенесла плод из Деваки в Рахини. И там эта Рахинима, она заботилась. Она еще 8 месяцев вынашивала этот плод. 6 месяцев он, этот ребенок был в чреве Деваки, и потом еще 8 месяцев в чреве Рахини. Вот 6 плюс 12, 6 плюс 8, 14 было Деваки. Родился не на 10 месяц, а он ждал явления Кришны, поэтому родился на 14. Баладев, он явился тогда, когда чрево был в чреве 14 месяцев. Яшода родила после 8 месяца. И вот согласно обычному, то есть перед, раньше, чем надо, если какой-то ребенок рождается раньше, они зовутся эти, ну, в общем, раньше родившиеся, но это не случай с Кришной. В общем, они родились практически в одно время, просто в чреве были разное время. Баларам явился после 14 месяцев в чреве, а Кришна после 8. Немного, практически в одно время, но немного раньше. Неправильное представление, которое в Северной Индии преобладает, это неправильно, но неправильно. Кришна и Баларам, они родились в начале. Баладев родился, а потом через несколько дней. И вот саптами Баладев родился, и Кришна Баларам, он родился чуть позже. Аштами, а следующий. В Баладева Пурнима. Нитянанда Саптами. В Адвайта Саптами. Баладев, он родился в Пурниму, в полную луну. Сегодня день его явления. Вот Баладев родился, и через несколько дней Кришна Бхагаван также родился. Если бы было бы не так, то если бы их подсчет был бы правильный, если вы думаете, что их неправильная концепция правильная, то я могу привести аргументы из Бхагаватам, как это возможно.
если Кришна Баларам или если Баладев родился на год раньше, то как это в Бхагаватам описывается, что Кришна Баларам, они вместе ползали. Если Баладев был бы на год старше Кришны, то он уже был не ползал на четвереньках вместе с Кришной. Если бы он был старше, он уже ходить бы мог. И вот в Бхагаватам говорится. И вот они играют во дворе Нанды Бабы. И вот наша, поэтому наша сиддханта совершенно, а их сиддханта совершенно неправильно, нелогично. И также можно вспомнить, когда Гаргачарья Гаргамуни, он совершил какую-то ягью и имя придумывал. Вот его имя Баладев, Гагачари, он в Гошале придумывал имена. И вот Гагачари наименовал их. Вот его имя. Это вот этот сын, который он сидит на коленях Яшоды. Он Баларам. А этот Кришна. И там описывается Баладев, значит, вся сила в бесконечном мире, она находится в сердце Баларама. Баладев, значит, в бесконечных мирах вся. Все внутри Баларама, внутри Баладева. И вот, если Баладев могуществен, он не должен, то есть если он был бы на год старше, то он не мог бы ползать, он бы ходил уже. И этот Гагамуни сказал о нем, что он Баларам, он очень могущественный, если он был очень силен, то он уже бы не ползал, даже в возрасте одного года. И вот сейчас я хочу сказать некую сокровенную сиддханту. Баладев, он всегда с плугом и этим. Намасте то холограмм, намасте мушалайдха, плуг и... Намасте Болинам Састо, Намасте Дхарнидха, Полам Бари, Намасте Ту, Трахимам, Кришна Пурваджа. О, Кришна Пурваджа, о, старший брат Кришны, пожалуйста, спаси меня. Намасте Мусаларидо, Намасте Ревотиканто, Намасте Бхактавасава, Намасте Болинам Састо, Намасте Дхарнидха, Полам Бари, Намасте Ту, Трахимам, Кришна Пурваджа. О, старший брат Кришны, пожалуйста, спаси меня. У тебя плуг. И каков же даршан, сокровенный даршан, Баладев? Баладев, он хочет... Форме гуру, он хочет взрастить семя бхакти в нашем сердце. Это семя, это мантра. А перед тем, как посеять семя, он взрыхлит наше сердце и поместит семя, польет его водой слушания и воспевания слушания и повторения, и тогда
это семя бхакти, оно прорастет и достигнет лотосных стоп Ишудананандана. И такова процедура. Вот даршан в том Баладев, это Гурутата, он может взять этот плуг и наказать нас. И вот Баладев, он И вот он может сделать наше сердце плодородным, поместить туда семя в форме мантры, и таким образом он действует. Какие-то глупые люди, очень известные, если показать их книги, вы будете удивлены. Они пишут кучу книг, весь мир читает, но книги глупые. Они говорят, что Расадила Баларама невозможно. И образованные люди в Бенгалии тоже пишут всякую ересь, очень известную. Вот этот человек заявляет, что пишет по милости Гуранги, но пишет всякую ересь, например, то, что раса Баладева невозможна. И вот он пишет, что Баладев раса, раса Лила Баладева, она невозможна. В то время, как Вриндаван Дас Такура Махасой, и вот он говорит, раса Лила Баларама, это великая, нечто сокровенное, и на кто смеет заявлять, что раса Лила Баларама невозможно. Вриндаван Дас Такура Махашо говорит, что возможно. И вот Вриндаван Дас Такура Махашо пишет, что те муни-риши, те, кто муни-риши, они великие, возвышенные муни-риши, они избегают темы взаимоотношений мужчин и женщин, но они в то же самое время восхваляют Нитянанду Баларама и его раса Лилу. Те муни-риши, которые избегают тем отношений мужчин и женщин, они в то же самое время представляют Баладева. Они совершают раса Лилу. Имеется в виду Баладев совершает раса Лилу. И об этой раса Лиле я хочу сказать. Расалили Баладева, я хочу сказать то, что все гопи, я имею в виду группа Кришны, они к Балараму не присоединяются. Те гопи, они находятся с Кришной, они не присоединяются к Балараму. Это Сиддханта Вирута, они в отдельной группе, Баладев в отдельной. И вот Баладев, это много раз я был там. Я очень люблю это место в моем сне. Во сне это, я вижу, это Абьягаон, это место Расалилы Баладева. Когда я был, жил во Вриндаване, и также при
приехав сюда, чтобы начать с Майявани с самого заново. Я жил в старом храме Баладева. Баладев там был обнаружен в воде Ямуны. И божество Баларамы было обнаружено в Ямуне. Оно пришло во сне к одному браману в Раджавасе, что я там, иди и забери меня, и сделай храм в этом месте. Это место Расалилы Баларама. Кришна совершает Расалилу в Нагаватхане, в Расоле. А Баларам вот, там, около Ямуны. Вот одна Расалила происходит на берегу Ямуны, а другая — на Гаватхане. Но Баладев совершает Расалилу в Обе Гауне. Там, где Расастхали, там, где место Раса Баладева. И вот он позвал Ямуну: «О, Калинди, иди сюда». Баладев позвал ее, но Калинди не пришла. И Баладев сказал: «Я зову тебя, ты не приходишь». Он взял свой плуг. И Калинди сразу попросила прощения и сказала, что вот иду. И это место. И Баладев взял своим плугом, он притянул, он поменял эту русло Калинди. И вот Махарадж очень любит это место, там много змей везде. Если вы придете здесь и там, то одни змеи будут, но они не кусают никого. Одна особенность там такова. Множество змей. Я обычно на крыше сплю, поскольку жарко очень в Вриндаване, а ночью на крыше прохладно. И вот там часто эти змеи с крыш падают. И Баладев, он там с деревьев тоже змеи периодически падают. Потом лежат какое-то время, и потом просыпаются и ползут по своим делам. И там Пуджари, он иногда позволял мне поклоняться Баларама. Я помню его образ, и по милости Гуру Махараджа я обрел возможность служить Баладеву в нашем Дауджи Мандире во Вриндаване. Гуру Махарадж по телефону дал мне мантру, что тебе некогда, сюда не можешь приехать. И сказал, что я поклонялся ему, я сказал, что я мантры не знаю. Гурудев сказал, что сейчас дам мантру и поклоняйся. И это была уникальная милость Баларама. Я обрел все сегодня, все, что я обрел, это по милости Баларама Нитянанды. У меня ничего нет своего. Все, что вы видите внутри меня, это все обретено по милости Баладева. Я сидя на Вьясасане, говорю эту истину. Все, что вы видите внутри меня, все это по милости Нитянанды, Баларама и Гурудева. У меня нет ничего. Я буквально нищий на духовном пути. И другая сиддханта, которую я хочу сказать, Вриндаван Дас Такур Махаши, кто сказал, что Баладев раса нет. Раса Баладева — это великое дело. Кто сказал, что ее нету? Да, Баладев раса, она есть, она великолепна. И кто-то критикует, что раса Баладева невозможна. Баладев не может носить перо павлина. И Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур говорит, почему нет. И вот Шрила Прабхупад говорит, почему нет. Пытайтесь понять эту сиддханту. Шрила Прабхупад говорит, хотя мы знаем, что Баладев, он
он первое проявление Верховного Господа Шри Кришны. Но все же мы должны помнить, что он не отличен от Кришны, только цвет его тела отличается и настроение. Иначе кто Кришна, он же Баларам Кришна. Прабхупада дает такую сиддханту, только в случае с Баладевом, хотя мы знаем, что он первое проявление Кришны, все же Расалила возможно для Баладева. Она возможна для Баладева. И поэтому Баладев может носить первого павлина на голове, но никакие другие аватары это не могут делать ни Рама, ни Нарисимха, ни Вараха, никто, кроме Кришны и Баладева. Поскольку он не отличен от всей Кришны, и в то же самое время он Севья-Сева-Виграха. Пытайтесь понять этот термин. Шрила Прабхупад говорит, что он Севак Виграха и Севи Виграха. Шрила Прабхупад говорит, Баладев, мы можем сказать, что он Севак Виграха и Севи Виграха, Севи и Севак Виграха. Бхагавата мы можем найти такие слова, так много тем, и все поклоняются лотосным стопам Баларама Нитянанды. И кто сказал, что те гопи, они чувствуют трансцендентную каму, чтобы обрести общение с Баларамой. И вот еще какая-то обезьяна была, которая дружила с Камсой. И вот Баладев однажды пошел в какую-то гору, там он танцевал с гопи, а там эта обезьяна пришла, подшутила как-то неудачно над ним, и Баларам взял и побил эту обезьяну. И вот в случае Кришна, он Севья Бхагаван, не Севак, но в форме Баларама он как Севья Бхагаван, так и Севак. То есть тот, кто служит и кому служит, и что говорит о служении Баларама, хотя я знаю, это очень обширная тема, я могу говорить часы за часами, поскольку его слава бесконечна. И вот Баладев, он служит Кришне всеми бесчисленными способами относительно творения. Баладев помогает в форме Карнадаваша Вишну. Вот сейчас на хинди харикатха будет, потом на английском петь. Времени нет объяснять все. И вот смотрите, Баладев, он служит Кришне относительно всего творения, он занимается всем Карнана Вашая Вишну, он Баладев. Санкаршан приходит в его форме. Рабуда Каша Вишна, он также Санкаршан Бхагаван. Он из Баладева исходит, и Кшрада Каша Вишну, он все дживы Антарьями, а не Рудха Вишну. Кто он? Он из Санкаршана исходит, он Баладев. И вот
все бесчисленные способы. Баладев, он помогает Кришне бесчисленными путями. И когда Баладев изначально во Вриндаван-даме, он зовется Мул Санкаршан, изначально Санкаршан. И на Голокадаме, и там Читу, Вьюха, и там этот Читу Вьюха квадрат. И снаружи Голоки там можно найти. Баладев приходит в форме Санкаршана, Анирудхи, Прадьюмны и Васудева. Васудев, Анирудха, Санкаршана и Прадьюмны, эти четыре. И оттуда, если мы можем прийти к на Вайкунтху, мир Вайкунтхи, то там тоже Читавьюха. Там есть проявление того изначального Санкаршана, следующая Читавьюха. Там Васудев, Анирудха, Прадьюмна, Санкаршан. И с этого Санкаршана можно найти Карнарна Вашая Вишну, Гарбуда Кашая Вишну и Кширда Кашая Вишну, и этот Гарбуда Кашая Вишну. Карнарна Вашая, значит, Карнарна Вашая Вишну, значит, о том, о ком в Брахма Самхите можно найти такие слова. Это Брахма говорит каждый этот Махавишну из поры на коже, которого исходят бесчисленные Брахманды. Этот Махавишну он творит, и в каждую Брахманду он входит в форме Гарбуда Кашая Вишну. Каждую бесконечную Брахманду он входит и как Гарбуда Кашая Вишна. И через пупка Гарбуда Кашая Вишна Брахма он исходит. Который вмещает в себя все 14 миров и его лотосные стопы, там, где Брахма восседает. Брахма говорит, кто я, как я пришел, кто я. Брахма думает об этом, и в этом случае Бхагаван говорит о ночной аскезе. И он услышал слово «тапа, тапа, тапа» и начал совершать аскезы. И после этого Бхагаван, он стал очень милостив и он произнес эти четыре шлоки Бхагаватам. Татаива вигьяна мастутте мадану граха охом ивасам авагри наньяджа сасатпрам пасчадахам ядитаччо жопасисусвасми ам ритиартхам ятпатитана патиято чатмани тадбиддват атманам аям ятавасу ятатамаха ятамаханти бхутани бхутесу уччавачишуну правиштанна бхавиштани на тежу тежу ахам итаводева жигьясам татта жигьясунаттанаха аннай вякти рекабьям ятсатсарвата сарвата итатматам самасишто парамена сама Адина, Бабану, Калпа, Бикалпе, Сунна, Бимуйяти, Каричит. Весь Бхагаватам, Бхагаван, он сжал их до четырех шлок и произнес Брахме. И Брахма постепенно расширил до всего Бхагаватам, как дерево, оно пребывает в форме семени. И лет через 500 это мелкое семя разрастается в огромнейшее дерево. И этот Брахма, он родился из чрева Гарбуда Кашая Вишну, будьте уверены. Помните эту сиддханту, что Гарбуда Кашая Вишну, он источник всех аватар Бхагавана.
Рама Дрисимха Вараха Курма. В каждой браманде можно вспомнить. В каждой браманде. Это Гарбхудакаша Вишна. Он источник бесчисленных аватаров. Рама Дрисимха Вараха Курма. Все аватары. Парашурам. Все они исходят из каждой браманды. Гарбхудакаша Вишна, из них все аватары исходят в этом космическом мире. И о сандале Кришны, это тоже Баларам. Одежда тоже Баларам. И священный шнур, это тоже Баларам. Амбрелла тоже Баларам. И трон, на котором Баларам, асана, где он сидит, тоже Баларам. Баларам — олицетворение всего. Дамы со всеми, всем, что есть. Баларам — он олицетворение всего, что можно представить. Баладев, он является собой все, он служит Кришне всеми возможными способами, даже в Гочаран-лиле, когда Кришна, он пасет этих телят и коров. Тоже Баладев, он в форме старшего брата заботится о Кришне. Он говорит, что делать, что не делать, всячески охраняет, защищает Кришну. Иногда Кришна массирует стопы Баларама. И вроде Кришна служит Баларама, но нет, Баладев служит Кришне, поскольку служение значит, чтобы Кришна был доволен. Если Кришна доволен тем, чтобы служить лотосным стопам Баларамы, то это служение Кришне получается. Хотя внешне выглядит наоборот, и Баладев никогда не просит массировать стопы. Но когда Кришна сам это делает, то это служение Баладеву Кришне. Понимаете? И таким образом, бесчисленными способами я могу показать множество сиддханты, времени мало. И мы можем молиться лотосным стопам Бхагавана Нитянанды. Ты — наше прибежище. Мы не знаем, кто такой Кришна. Кришна — он обманщик, он может обмануть нас все время. И мы зависим от твоей милости. Ты — наше единственное прибежище. О, Баларам, пожалуйста, благослови нас, помоги нам достичь вечного мира, обрести служение Кришне. Если мы обретем милость Баларама, то Джива может войти в Нитя Лилу, обрести Нитя Савы. Это наша искренняя просьба, наша мольба твоим лотосным стопам. Пожалуйста, пролей милость на нас. И это будет наше единственное сокровище — Гуру Крипа Хи Кевалам. Гуру Крипа Хи Кевалам. Только Гуру Крипа, только Баладев Крипа — это наша единственная поддержка для нас. И вот. Ятраттама слоку гунану вадаха пасту яте грамма ката вигатаха нишебья мана манудинам мумукшур матим сатим ячати васудев. Намасте тухалограм, намасте мусалаюда, намасте ревадикантро, намасте бхактавасала, намасте баринам срешто, намасте дхаранидхара, паламбари намасте ту, трахимам кришна пурваджа, ванча калпатарвасу кипасинда бхавча, патитанан паванибхо, вишнабхьо намо нама. Джай Валдавджи Махарадж ки джай хо! Тоди Абирбхав Тити Пара Махамасав ки джай хо, Рахини Майя ки джай хо, Джасада Майя ки джай хо, Ревати, Ревати Баруни Деви ки джай хо, Нандо Джасада Майя ки джай хо, Васудев Деву ки джай ки джай хо, Сапасад Баладжи Махарадж ки джай хо, Баладжи Махарадж Абирбхав Тити Пара Махасав, Балдев Пурнима ки джай хо, Гаур Премананде, Хари Хари.